Вот Рождество пришло, кругом огни, все подарки друг другу дарят. А ты знаешь, какой самый главный, первый был подарок? Ну, наверное... А я тебе сейчас расскажу одну историю. А ты подумай. А, я понял. Сара, опять ты бездельничаешь. Простите, тетя Марфа, я только отдохнуть присела. Устала, весь день работала. Ничего, не переломишься. Заканчивай подметать и иди скорее чистить овощи. Гостей понаехало, работе и конца не видно. Торопись. Сейчас, тетя Марфа. Да, ты отнесла воду женщине из Дамаска, что недавно приехала. Не помню. Что значит не помню? Вот лентяйка, весь день только и слышу жалобы гостей на тебя. Да ведь столько гостей, а я одна. Такого еще не было, все комнаты заняты. Это правда, ни одной свободной комнаты не осталось. Все приказ кесаря переписать народ. А в нашем Вифлееме столько народу собралось, что и не сосчитать. Да-да, что вам надо? Прошу прощения, господин. Мы пришли из самого Назарета Галилейского, и, как видите, нам нужно где-нибудь остановиться. Ну все мои комнаты заняты. О, неужели нет ни одной свободной? Ну, правда, есть там наверху женщина с очень шумным ребенком. Я бы очень хотел от нее избавиться, но это родственница моей жены. Вы понимаете, что это такое? Ну, есть тут неподалеку уютненький хлев. Как насчет него, а? О, конечно же, мы согласны. Пойдемте, я вам покажу.
овечки, коровки, слоня свои головки, приятно удивились, что в гости к ним явились. Они совсем не знали, не знали, не знали, кого к себе приняли, приняли. Иисус Христос смирился и в нищете родился. Они совсем не знали, не знали, не знали, кого к себе приняли. В то время на поле были пастухи, и они несли свою ночную стражу у стада своего. Охо-хо-хошки, хо-хо, скукотища-то какая! Да уж никогда здесь не происходит ничего необычного, ничего интересного. Ой, что это? Вдруг предстал пред ними ангел Господень, и слава Господа осияла их, и убоялись страхом великим. Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давид вам Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. То мы медлим, бежим скорее в город. Да хранит Бог нас и наше стадо. Пойдемте скорее в Вифлеем и посмотрим, что возвестил нам Господь. Thank you.
прозрачно и светло стоит наш мирный дом. Проходит ангел, белое крыло мелькает за окном. В пещере ослик кушает овес, в яслях лежит Христос. Не удивляйтесь нашему приходу. Простите, что нарушили покой, но мы не могли иначе. Мы охраняли стадо, внезапно нас озарило светом и зазвучало пение. Это был ангел, а потом их стало много-много. Они все славили Бога и Мессию. Спасибо.
значит Иисус. Дорогие друзья, хочу сообщить вам хорошую новость. Я только что изучил небо и нашел новую звезду. Ее нельзя не заметить. Она царственно плывет в одном направлении. Да, я тоже увидел ее и очень удивлен. Бог хочет сказать нам что-то. Я тоже нес вам эту новость. Если Бог решил всем нам открыть свою волю, значит, Он хочет, чтобы мы действовали. Давайте сейчас же отправимся за этой звездой. Священные книги говорят, что должен родиться царь иудейский, и это светило говорит о нем. Так давайте же пойдем за этой звездой. И мудрецы взяли свои подарки и отправились в город, где родился царь. Путь их был долгим и длинным. А Мария и Иосиф поселились в уютной комнате в Вифлееме. Малыш их рос и подрастал, и радовал их. И вот, вошедшие в дом, увидели младенца и Марию, матерью его, и падши поклонились им. Также принесли подарки – золото, ладан и смирну. Всю свою жизнь я искал вечного. Об этом я молился Создателю. Сейчас Он ответил мне. Мои глаза видят Царя Вечности. Царственный Сын, через жизнь я проносил верность Создателю. Моя седая голова не преклонялась перед кумирами. Я сохранил свой поклон Тебе. В больших домах тепло и свет, но там закрыты двери, и там Иисусу места нет. Родился Он в пещере. Пришлось Иисусу кое-как в ту ночь тогда идтиться. О, люди, разве можно так к Иисусу относиться? Да вас любовь и благодать принес с неба дам, а вы какой решили дать Спасителю подарок? Иисус Христос, если тебя не принимают где-то, то я приму тебя, любя, зимою, как и летом. Ты приходи ко мне всегда, я буду ждать, верить душе моей всегда. Открыты будут двери. Аминь. Я понял, что это за подарок. Это Иисус, бабушка. Да ведь Бог так сильно возлюбил свое творение, что не хотел, чтобы человечество погибло во зле. И на земле в образе маленького ребенка был послан Сын Божий, которому надлежало стать спасителем мира. Ты знаешь, я так рада, что ты все понял. Спасибо. Thank you.
Хочу попросить всех ребят подняться сюда, чтобы мы увидели всех наших актеров, всех участников сразу. Вы не против? Давайте пригласим их. Ребята, пожалуйста, все вместе выходите сюда. Вы знаете, у нас в церкви сегодня нельзя сказать, что ох-ох-ох, какая скукота. У нас было весело, нам было интересно. Вам понравился спектакль? Да? Ну, давайте поблагодарим наших ребят и Господа за то, что у нас есть такие чудные детки. Обратите внимание, насколько их много у нас, да? То как-то незаметно, а когда вот соберешь всех вместе, их много. И они могут настоящих спектаклей представить. Вам большое спасибо, ребята. Я надеюсь, что к следующему какому-нибудь знаменательному дню вы приготовите еще один спектакль. У вас уже одежда есть, я думаю, это уже на долгие времена. И ангел свой. Так что у вас все впереди. Ждем от вас новых достижений. Спасибо вам. Проходите, пожалуйста.